цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Я двигаю мебель, у меня подружка Лариса каждый сезон покупает новое покрывало и говорит: все, у меня новый интерьер, даже обои не надо переклеивать. Действительно, покрывало — это интерьер, образующее место. Оно занимает большую площадь, закрывает нам в спальне постель. И, конечно, покрывало должно быть особенным, и к его выбору надо подходить особенно. Именно поэтому у нас сегодня цветочное настроение, прекрасная новинка, коллекция, которая порадует всех изысканным дизайном. Сейчас мы видим фисташковый оттенок, очень красивая картинка, это художественная картина. Картина, правда, художественное произведение, фотопечать, и это купонное полотно ручного кроя, потрясающее стеганое шелковое покрывало, очень прочное. Пойдемте, я покажу вам еще одну вариацию. Если у нас здесь более светлая, более спокойная тона в фисташковом, а в зеленом тут у нас есть изображение лилий, уже здесь более акцентное покрывало, такое сочное и шикарное. Шикарный лилий, символ королевской власти. Просто потрясающих два дизайна. Цветочное настроение. Сегодня невероятная цена. Новинки у нас. Лучшая цена. Кстати, эта цена сразу за евроразмер. 799 рублей. Уважаемый продюсер, расскажите мне, а вот Евромакси, насколько цена отличается? Вот, как правило, там не очень большая разница. Там вообще на 200 или на 300 рублей разница всего лишь. Но есть еще Евромакси размер. Итак, давайте посмотрим вообще, а что за Евромакси размер? Это будет размер, если в цифрах, 230 на 250. Шикарный. То есть это огромное, шикарное, да, полотно, которое закрывает с бортиками в пол кровати. Слушай, я вообще не представляю для себя в жизни без покрывала, потому что для меня покрывало — это прежде всего еще и порядок утром. Конечно, потому что абсолютно. Ты заправил кровать, ее накрыл, и вроде как все, у тебя чистенько. И вечером пришел, на душе спокойствие, потому что в комнате конечно, абсолютный порядок. Конечно, слушай, но когда я вижу вот такое вот блестящее покрывало, шикарно. Слушай, ну вот как будто натуральный шелк светится. Да, но здесь шелк у нас декоративный. Это ткань нового поколения, уникальная действительно. Сегодня из полиэфирных волокон в составе, да, нашего покрывала, именно они сегодня делают абсолютно чудесные ткани, уникальные. И благодаря потрясающей технологии, когда обрабатывают волокна специальным составом, технология называется лаки, действительно приобретает покрывало блеск натурального шелка, эстетику, гладкость. А мне нравится предлагать такие вещи в летний сезон. Во-первых, прохлада при прикосновении. Вот вспомните, как натрудишься, жарко, плюх на это покрывало, и оно дает такую прохладу. Очень будет приятно просто даже минут 20 на нем сверху просто полежать, и как охладиться, как принять душ получается. Слушай, вообще, когда шелк у тебя в интерьере, это уже признак достатка, это уже признак хорошего вкуса, согласитесь. Абсолютно. Когда у нас вообще, да, шелковое платье на тебе, ты себя чувствуешь по-другому. А здесь у вас огромное шелковое покрывало. Да еще и по лучшей цене. Сегодня 799 рублей. Это евроразмер за 799 рублей. Также есть Евромакси. Размер огромный, 230 на 250. Сегодня скидка в два раза больше, чем цены. 1600 рублей. Слушай, такая скидка, можно на скидку два еще покрывала взять. Вот я, кстати, сейчас понимаю, что лето, сезон гостей. Конечно. Я, кстати, завтра улетаю к свекрови. И обычно что мы везем? Мы везем какие-то статуэточки в подарок, да? А здесь мы можем привезти евро покрывало, представляете, за 799 рублей. Ой, боже, как блестит, Юля. Да, оно прям переливается. Это изысканный блеск, это перламутр, это игра света и тени. И роскошные лилии, цвет называется зеленый при заказе. Чудесный цветок, символ королевской власти. Красиво. Ты знаешь, такая эстетика. Слушай, неповторимая, как мне нравится. А давай попробуем застелить вот на кровати, посмотрим. Слушай, что мне нравится. Кстати говоря, да, можно по-разному стелить. Что мне нравится, это реалистичность исполнения. Очень качественная фотопечать. Вообще ощущение, что это прямо вот интерьер с обложки журнала. А Люда все не может оторвать рук от нежнейшего шелка. Он такой прохладный, гладкий, приятный. Прохладненький. Слушайте, какое-то удовольствие. Пришел домой и лег на шелка.
Ой, кто себе может позволить полежать на шелках? Кто вообще первая легла на шелках? Да, исторически так сложилось, что маркиза Помпадур, на самом деле, считается, да, что она украшала интерьер с комнаты своей, куда ждала Людовика, именно шелком. Но мы помним с вами, что вещи, когда вы заходите в наш уютный дом, наш опен-шоу, всегда функциональные, всегда очень полезные и удобные для дома. И вот наше покрывало «Цветочное счастье» именно такое. Потрогай, какая вторая сторона. Слушай, мягенькая. Вообще, да, мягенькая. Дышащая, да, комфортная. Конечно, мягкая. Ее еще можно, ну, накрыться же можно, конечно, да? Конечно, можно использовать наше покрывало как легкое одеяло. Оно на синтепоне, стеганое. И не каждое покрывало можно использовать как одеяло. Наше можно. А уже многие оценили наше покрывало «Цветочное настроение». Уже 260 уже покрывал заказано. Я напоминаю, что сегодня 799 рублей – это цена за евроразмер. Еще есть евромакси-размер. Разница в цене между размерами минимальная. Огромный размер, представляете? Еще и такие невероятные цвета. Ой, как оно переливается. Этот цвет называется в заказе зеленый. Представляете, как оно будет смотреться у вас дома? Представляете, какой это будет шикарный подарок? Обычно идем в гости, берем с собой коробку конфет, да, еще что-то. А здесь шикарное покрывало, которое будет в интерьере. Слушайте, идеальный подарок. Я с тобой абсолютно согласна. Вы знаете, вот здесь вот на фисташковом, вот этот цвет называется фисташковый, так, здесь так много жемчужных оттенков. Здесь потрясающий эффект кружева. Здесь ощущение, что вообще сусальным золотом выкладывали, да, вот эту часть орнамента. Цвета, да, такие просто вообще сдержанные. Цвета подобраны, да, сдержанные. Да. Кстати, цвета стиля Ренессанс. Очень красивая, да, эпоха Возрождения. Просто, знаете, символ утонченности, изысканности, эталон стиля. Поэтому, безусловно, такие вещи шикарные идут на подарок. Но у нас, кроме фисташкового, есть еще вот этот зеленый цвет. При заказе он называется зеленый, с благородными лилиями, символами королевской власти, так считалось, королевский цветок лилия. То есть это ощущение стабильности. Ну, во-первых, это прежде всего хорошее настроение. Какой бы вы ни выбрали покрывало, это такой акцент в интерьер, который подарит обновление в душе прежде всего. Юль, ну у нас, кстати, всегда очень много вопросов. Почему в магазине я такое покрывало могу взять за 3000, а у вас вот такие цены? Почему такие? Ну, вообще, откуда? Резонный вопрос, потому что даже коллекционный текстиль у нас по очень приятным ценам. Да, мы работаем напрямую с производителями. И я уже много раз рассказывала о том, что когда коллекция особенная, когда она очень активно отличается от того, что мы обычно представляем, а наши лилии именно такие, посмотрите, да? То есть это лимитированные партии, на них вообще специальные договоры. Ой, берут уже сразу по 2-3 предложения, по 2-3 покрывала, потому что, во-первых, еще и на доставке будем экономить. Ну а экономим сегодня 1600 рублей, и цена 799 рублей. Это за евроразмер, между прочим.